Дождь прекратился, и все занялись сразу же огородами. Вон трактор орет огород, соседи картошку сажают. И мы тоже решили не отставать, посадить картошку. Красная шапочка тоже бежит на помощь. Свет, идем отсюда. И вон еще как черная шапочка, что ли. Добрый день! Целая команда говорит. Да, команда молодости нашей. Бежим на помощь. На помощь. О-о. О, лук сейчас покажу вам еще. Света. Давай еще лопату и вдвоем уже будем. Я буду кидать, а ты будешь копать. Да? Нет, я хочу ложку большую деревянную. Давай. Хочу. Не копай, у тебя лучше. Нет. Антошка, Антошка. Готовь к обеду ложку. У Васи, посмотрите, какой. Уже вырос здоровенный такой. Витаминчики, витаминчики. Так. Зрали огород. Так. Вот она, картошка, которую мы должны сейчас посадить. Вот проростки. Картошка, которую мы должны посадить. Иди бери другую лопату. Да, да. Здоровайся. Здоровайся, здоровайся. Да. Уже не помню. В каком виде снимались, да? Да. Ага, Вася натягивает. Так, ну да, Вася, мы будем копать, вы за нами. Или как? Ой. Вася, командуй, короче говоря, как? Я не знаю, что командовать. Если командовать, то треба брать ще одну лопату, одному ставать з того краю, другого з того, друге відро і кидати, якщо хочете всі робити. Хорошо, а давай. Так топтатися на одному місці, тільки грунт топтати. Ну ты да. Распределяйся тут. Люба, беги за ведром и за лопатой. Я больше не садить не буду. Да ладно, не садить, не это. Вот говорит, только это и все. Мы вот эти три мешочки рассадим и все сегодня. Бо... Завтра. Обрабатываем. Вася, чем ты обрабатываешь? Имидоклоприд. О боже. Что за название такое? Как, что за название? Армада то же самое. Угу. А все, что и престиж, и господи, и армада, и престиж, и матадор. Это все одно и то же самое. И мидоклоприд. Угу. Такие типа называли из-за домішок, фунгицидных домішок по-иншому называют. А власне діюча речовина системної дії інсектицид и мидоклоприд. И ничего там більше нет. Это просто разные названия. Это, как говорят грамотные люди, это все маркетинг. Инсектофунгицид. Инсектофунгицид. Да. Значит, против грибковых и против вредителей. Тамара, у тебя резиновые эти? Да. Рукавички. Рукавички. Про резину. Оно достаточно сильно діє. Угу. Оно дуже сильно цей. Оця біда, оця берізка, невиводима. Ну, оно промочилось. Промочилось, Тома, тоді йди в гараж, ну. Там, як заходиш, трикутна поличка така, і там лежать отакі рукавиці, ці мокрі взагалі. А там сухі рукавиці нормальні в кульку, отакі самі, і вдягни їх. А може просто кульок, кульком може бути? В гараж, як заходиш, так. В гараж. Галка, зайди в гараж Тамарі, дай рукавиці прорезинені, там на трикутній полочці. Галя йде. Сегодня очень мало, надо вот это только посадить и все, да? Вася, мало сегодня нам надо садить. Может быть, просто кулечки взять и с кульками кидать? Знаешь, кулечками такая работа. Не, ну а есть рукавичек-то нет.
Надо было сразу, наверное. Ничего нет, я скажу, да есть. Ладно, сейчас принесу. Рукавицы и лопату. А на сколько ее передвигать? Вот на эту, да? Ну, давай. Вот же ж, вот эта речка. Сюда, да? Ну, ну да, по-моему, это речка. Перчатки принесла я. Дайте в объектив попаду. Давай. Не фафал, не фафал. В другий раз попаду. Так, вот ты ложишь не по шнурку, а по ямці. Ось, бачиш? А. И шнурок вот такой. О. Вот так. Угу. Дивно дивишся, смотришь аж тот край. Да. Чтобы оно растянуто было. И вот так вот. Вот и все. И обратно сюда ставишь. Угу. Да. Так, можешь да. накапывать отсюда? Да, хорошо. Все, ты тогда за Любу иди, а я тогда за Васю. Угу. Правильно. Он снимается, да? Да, снимай. О, дело пошло быстрее. Работает. Уже навстречу друг другу пошли. Пока дождя нет, надо закончить. Так, тут уже работают специалисты. Покажи, работают специалисты. Специалисты, да. Я по части семенного материала. А специалисты по поводу того, что они все могут сами и копать, и сапать. Им это не привыкать. Легко, свободно, ровненько, как положено. И глубина, все тут размеренно делается. Не то, чтобы я взяла, да, так глубже, там уже. Сейчас бы 2 часа вымеряла эту луночку. Идет к движению. Легким Добро. Движением руки, да? Света, идет стыковка, сближение команд. Сейчас это сближение поснимаю. 2 бригады. Одновременно. Встречается с пункта А в пункт Б. И встречается в пункте С. Так. Так, так, так. Никто. Ох, пошли покажешь, как мне поприлипало. Да, оно, конечно, еще сыровато. Сыровато, конечно.
Я, может быть, сильно дергаю, выбачайте. Прилипла, вот прилипала. Вон ту команду покажи, идут вдвоем. Команда идет набирать. Комар, ты десятки одеваешь? Якщо бачите, що слабо побризкано, добризкуйте. Чуєте, Галка? Якщо бачите, що десь сухобокі, то добризкуйте. Я то бризкувала. Так, ну що, давай будемо переставляти. О-о, карман відкрит. Може, хто кине туди що-нибудь, да? Всегда держу на поготове. Бросьте. А заберут оттуда, не? Не, пустой. Анекдот про той запорожець, знаешь? Нет. Як діда питали, що? Діду каже теж, а чого ви, каже, запорожець не закриваєте? Не, а на що ви той запорожець закриваєте? Він же у вас старий. А, каже, краще то не зрадити, де коли так буває, сяди так. Да. Украсть не украдут. Все, все, хватит. Так, о, а что это? Так, пошли, 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 работаем. Так подожди, еще не натянул Вася. Не дошел же. А ну сейчас криво пойдет. Подожди минутку, сейчас Вася поставит ровно, и тогда уже, вот, теперь пойдет дело. Так, приготовились. На старт. Внимание. Внимание. Марш. Марш. Шахматом. Уже я сильно глубоко. Только тебя похвалила, что ты. Глубоко. Нормально, давай. Нормально работаешь. А ты тут засомневалась. Я бы так вообще каждые 5 минут под то больше, то меньше туда прикидывала, сюда прикидывала. Так бы еще целых 2 дня еще работала бы. Да, конечно. Люба увязает, потому что я даже зайти не могу. Я одела валенки почему-то. Легче обувь побоялась одеть, а тяжелее оказались валенки. Они вязнут, поэтому ведет Люба и Галя. А такие у меня были серьезные намерения помочь. Но вы знаете, камера тоже не из легких. У меня уже руки трусятся. Это представьте, сколько надо стоять, снимать и не шелохнуться. Руки уже трясутся только так, как обычно. У меня руки четко всегда, никогда не трясутся. А это прямо уже чувствую, что дрожь идет по телу. Так, там уже пошло на сближение. Быстро, быстро. Люба уже набрала темп. Сейчас, ух ты, пошло дело. Еще. Так, еще один мешок остался. И на сегодня все, а завтра уже продолжим. Если, конечно, дай бог, все будет хорошо и погода будет хорошая. Переставишь там? Да. Так. Все. Там и сами мешать. Сами весь это обрубки, да? Так, Люба сейчас будет отмерять. Уже она знает, как надо отмерять. Я... Так. Все знаю. Давай, показывай, как ты знаешь. Берешь вот так палочку, так. Выручалочку, ну. Которая уже отмерена. Так. Приставляешь ее сюда. Так.
То есть не сюда, вот сюда к луночке. Так. Где заканчивается луночка. Так. И вот сюда и вставишь. Так? Угу. И сюда. Натяжку делай. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще раз. Сейчас по-новому. Потому что у Васи... Вася вам что-то кричит. Там натяжку кричит. Натяжку просит. Вот, натяжку сейчас мы сделаем. Ой, Вася. Так, натяжка. Все, натяжка произошла. Поехали дальше. Все. Начали. Почали. Распочали. Распочали. Ой, подожди. Света. Теперь опять сюда-сюда. Света, спой песню. Под песню хорошо работается. Спой, Светик, не стыдись. Ведь ты у нас была жар-птицей, да? При красоте такой и петь я мастерица. Знаешь, я от скромности не лопну. Я люблю поле квиты, где гудут весь день шмели. И метелик носит квиты на легеньком укрыли. У долини теплый ветер сушит травы від роси. Я кажу, все на світі починається з краси. Грій сонечко гаряче. Грій сонечко гаряче. Зеркала росы. Так, тут меня кто-то отвлекает от песен, правильно. Нема чего петь. Надо снимать внимательно, успевать. Так, Галя пошла. Работа копить. Так, и там тоже идут, и тут. Дальше. Пошла, пошла работа. Работаем ударными темпами. Да, не успеем и глазом моргнуть. Уже вся картошка посажена. Ну, на сегодня Вася говорит, чтобы не затоптать, то немного вытащил картошки, а завтра уже, если Бог даст хорошую погоду, будем уже по полной работать. Во вторую бригаду с ней. Ну, вы на чего узбека? Узбека я не мог убить, это моя колишняя любовь и так дальше. Ось, и мне, каже, обстежили его, все знайшли. Ни отпечатки, ни обстежив все с катертини. Да, красота. Уже заканчивают, сходятся, расходятся. Осталось всего ничего. Можно снимать округу пока. Красота. Как Люба говорит. Так, восторг. Ну, конечно, это ранняя весна. В такое время обычно все расцветает в Каневе. Все уже цвести начинает. Но в этом году очень поздняя весна. Поэтому еще не все расцвело. Поэтому еще только зелень начинает пробиваться. Ну и погода, конечно, пасмурная. Вот такие. А птички поют. Птички поют. Соловьи поют, заливаются. В гаю свистят птички. Соловейка в гаю свистнул раз, два. Раз, два, соловейку в гаю свистнул, да раз. С
Соловей корідний, брату, виклич мене, дівку з хати. Раз, два, виклич мені, виклич мені, виклич мені дівку з хати. Да раз. Слышите, да? Как птички поют. Издалека слышно, а в лесу, наверное, еще больше трели. Но туда мы не пойдем, потому что видите, какая дорога глинистая. Сейчас точно наберемся той глины и ходить тяжело будет. Ну что там, продолжают работать? Чи уже закончили, пока я тут округи вам показываю. Да, красиво. Да. Погода сегодня не сильно способствует нам. Ну ничего. Начало уже есть. Начало положено. Поэтому можно и дальше продолжать в том же духе. Ой-ой, так поет же. Вон они свистят, друг за другом гоняются. Так жалко, не видно их. Я не умею приближать. А они ж так прямо развеселились. Глина от лопаты не очень хорошо отстает. Оно и видно. Что, натянуть? Натянуть? Так и надо. Птички поют. Соловьи поют, заливают. Закончилось? Прям как у тебя глаз алмаз, Вася. Угу. Последняя картошка так, и давайте. Закончилась. Угу. Все, тогда. Да, ставь чай, сейчас придем. Уже все, заканчиваем. Картошечку. Садить все. Вот сегодня у нас получился вот этот кусочек. Только этого мало. Только этого мало. Вон еще сколько садить, не пересадить. Что нам для такой большой бригады? Это совсем мало. Такой бригады еще на завтра хватит. Ну да, завтра еще. Главное, чтобы не было дождя. Остальное все. Закончено. Чей-то у нас кот. О, кот, ты чей? Ты же не наш. Интересно, какой-то серый. Как хозяин прям.
Кот пришел чужой, я его спрашиваю, ты чей? Стоит нагло, даже не обращает внимания. Он, наверное, хотел спросить, а ты чья? А ты кто такая? А ты кто такая? Вообще, ноль эмоций.